Привет, друзья! Ставим лайки и поехали! Пришел на ум, пора браться за ум. В старину учебный процесс стартовал зимой, 1 декабря по старому стилю, 14 по новому, как раз в день святого пророка Наума. Это была самая удобная пора для деревенских детей получать образование, ведь пришло время, когда можно отдохнуть от земледельческих забот. Также люди этот день считали благоприятным для начала учебного процесса ребенка в связи с именем пророка «Наум наведет на ум» – старая поговорка. Хотя в настоящем, далеком от привычных ассоциаций переводе, имя Наум означает «утешитель». По давнейшим представлениям Наум считался покровителем ума, знаний и благотворительности, а потому крестьяне были убеждены – если на праздник пророка начать обучение, то ребенок успешно усвоит знания, наберется ума. Особенно это относилось к слаборазвитым деткам. Когда еще не было школ, родители в этот день звали крестных, которые приходили с букварями, и малыши начинали наизусть заучивать буквы. В церкви 14 декабря вспоминается память святого Наума, одного из 12 малых пророков. Родился он в селении Елкоша, расположенном в Северном Израиле. Под его именем была выпущена в свет ветхозаветная книга, в которой достаточно красочно описаны политический и религиозный устав Израиля тех времен. Согласно преданию, умер Наум в возрасте 45 лет и был похоронен на родине. На Руси пророк Наум считался покровителем учащихся, за что его и прозвали грамотником. Раньше на эту дату выпадал День Учителя. Издавна эта профессия считалась весьма важной и солидной. Стать педагогом мог только человек с особыми способностями. Народные приметы на 14 декабря. Зимние звезды играют, будет метель. Зимой лай собак слышится глухо, жди большого снегопада. Если ветер северный, то грядет сильное похолодание. Облака против ветра плывут к похолоданию. Если 14 декабря месяц в рукавицах с боковыми столбами, то ударит мороз, а если на спинке лежит, к потеплению. Согласно народным приметам, в этот день волки собираются в стаи для успешной зимовки. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроум» на страничке в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.